уже бывший заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Вадимович Иванов стал самой обсуждаемой персоной за последние дни среди россиян и не только. За чиновника взялись довольно крепкой хваткой, ведь подобного размаха, скандала давненько никто не видел и не слышал. Для кого-то может даже быть очевидным то, что Тимур Вадимович мог долгое время быть, что называется, в разработке. Но в наше время буквально каждый день в интернете появляется все новая информация о подробностях его нашумевшего ареста. В этот раз дело касается новых фактов об адвокате бывшего замминистра, а также довольно жесткой речи российского блогера-переводчика и публициста Дмитрия Пучкова, более известного в широких кругах как старший оперуполномоченный Гоблин, или же попросту Гоблин. Пучков не полез за словом в карман и без всяких церемоний и таинств высказал все, что думает по поводу громкого ареста Иванова. Так что советуем вам досмотреть видео до конца. Там будет много чего интересного. А прежде чем мы начнем, настоятельно просим вас влепить лайк этому видео и подписаться на наш канал, а также на наш Телеграм. Тем самым вы оказываете нам большую поддержку и помогаете распространять материал. Спасибо вам за это. А теперь усаживайтесь поудобнее, мы продолжаем. По интернету уже гуляет достаточно большое количество как текстового, так и видеоматериала, в которых разбирают различные коррупционные схемы, так или иначе относящиеся к нашему случаю. Общественность отреагировала на скандальную новость крайне негативно, а вот для чиновников и функционеров, которые были хоть как-то даже потенциально связаны с Ивановым, ситуация показалась критичной. Арест Тимура Вадимовича для них значил куда больше, чем многие могут подумать, ведь для них это знак о том, что неприкосновенных более не существует, и каждый из них может теперь оказаться на его месте. Также многие обращают внимание на то, какого адвоката для себя выбрал бывший замминистра обороны Иванов, а именно российского адвоката и доктора юридических наук Мурада Алаудиновича Мусаева. А если более конкретнее, то общественность обращает внимание на его послужной список, ведь тогда все встает на свои места. Для тех, кто не в курсе, господин Мусаев защищал в свое время генерала Александра Михайлика, который являлся главой департамента счетной палаты. Чиновник был обвинен в получении особо крупной взятки и даже взят с поличным. Именно в момент передачи денежных средств он и был арестован и заключен под стражу. Но вот неожиданность, вскоре Михайлика не только освободили, но и оправдали. В настоящее время он занимает высокую и ответственную должность, а именно заместитель руководителя казначейства России. Еще один небезызвестный подзащитный Мусаева также обвинялся в коррупционных преступлениях. Им был бывший министр строительства России, а также губернатор Ивановской области Михаил Мень. Его уголовное дело было прекращено за сроком давности, так что Михаил Александрович отделался лишь легким испугом. Был среди подзащитных Мурада Алаудиновича и глава района Самарской области Владимир Корнев. И вновь вердикт оправдательный. Освобожден из-под стражи, а затем и переквалифицирован из взяточников в мошенники и осужден лишь условно. В общем, послужной список Мусаева довольно длинный и увесистый, и усеян в основном довольно влиятельными чиновниками, руководителями разграбленных банков, подрядчиками по госконтрактам и так далее. И это лишь та информация, что находится в открытом доступе. И есть мнение, что все успехи Мусаева на адвокатском поприще никак не могут быть связаны с удачей или исключительным талантом. Что, конечно же, порождает вопрос, а не стоит ли за киношным образом непримиримого адвоката Мусаева мастер компромиссов и договорников? Каким же все-таки образом Мусаеву из раза в раз удается оправдать своих обвиняемых, которые были пойманы за руку с поличным? Конкретного ответа мы вам дать, к сожалению, не сможем. Однако можем сообщить о еще одном интересном факте, а именно об отношении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова к скандалу с Ивановым. Сам Дмитрий Сергеевич несет в массы мысли о том, что нужно верить лишь только официальной версии следствия, и что никакой другой информации он больше не владеет. Ровно как неизвестно ему и профигурирующие в деле роскошные особняки Иванова. Но после подобных высказываний определенные новостные ресурсы смогли найти и обратить внимание общественности на совместные фотографии Пескова с Ивановым, намекая на то, что они были довольно тесно знакомы друг с другом и даже проводили совместное время, что называется, по-семейному. Конечно, это ни о чем конкретном не говорит, однако народ и медийные персоны считают иначе. Как мы и говорили ранее, одним из самых главных правдорубов в отношении ареста Тимура Вадимовича стал известный блогер и актер озвучивания Дмитрий Пучков,
он же Гоблин. В своей речи подбирать слова и пытаться смягчить углы Дмитрий Юрьевич даже и не пытался. Ведь говорить в лоб все как есть – одно из главных качеств Гоблина, за которое его так полюбили его поклонники и общественность. Стоит также отметить, что Пучков в свое время даже служил в органах, так что озвучивая свою личную оценку данному инциденту, замминистром обороны Гоблин отчасти высказывает и профессиональное мнение знающего человека. Не будем вас томить, вот его интервью. Ну, давай про обстановку тогда, раз уж мы тему начали. Понятно, что главная фамилия недели – это фамилия Иванов. Вот, имя Тимур, заместитель министра обороны. Ну, вообще, конечно, честно говоря, я не припомню со времен Улюкаева, чтобы такого уровня человека, да еще в такой период, да вот так вот еще и задерживали. Вот как ты на это смотришь вообще? Ну, не знаю, что за этим можно увидеть? Что это значит вообще? Ну, оно двоякое, как водится. То есть, с одной стороны, это, так сказать, мое любимое. А вы что, раньше не видели, нет? Вот гражданин, он, по всей видимости, зарплату получает, он государственный служащий. А вот такие вот это объемы недвижимости, автомобилей. Вы что, раньше не видели, да? И ни у кого не возникает вопросов, а как же это вот, вот у этого гражданина вот так вот получается. Это раз. Второе, это же типичный Тимур и его команда. Он не в вакууме живет и не в вакууме действует. У него есть подчиненные, которые тоже, наверное, неплохо себя чувствуют. А их вот этот скромный быт тоже никого не интересует. Я пока там это про него читал, немедленно вспомнил. Вот я в 98-м году уволился из органов внутренних дел. Ну, у меня тоже секретность была там с двумя нулями, условно говоря. Меня 5 лет за границу не пускали. Я милиционер. Да ладно, там оперуполномоченный, но я просто милиционер. Это не те тайны, про которые чего-то там следует задыхаться от ужаса. А тут, значит, вот такой человек, вот такого ранга и на таком посту, он действительно может выезжать в страны НАТО, и если конечным итогом окажется не какое-то там вульгарное воровство, а государственная измена, ну, лично я ничуть не удивлюсь. Это, так сказать, два. Ну, теперь другая сторона. То есть, мало у нас, что ли, подобных персонажей? Да навалом. А их что-то не трогают. А вот этого почему-то потрогали. И мысль возникает ровно одна. Ты со своими деньгами и влиянием, по всей видимости, участвуешь в чем-то в таком антигосударственном заметно. И это вынуждает тебя потрогать. То есть, например, ты финансируешь какую-нибудь оппозицию, например, как твои друзья и подчиненные. А я не такой. Вот чтобы у нас тут диктатуры и затхлости не было, я известному персонажу перечисляю деньги. Ну, раз вот так, то да, такое недопустимо вообще ни под каким предлогом. То есть такой гражданин не работать на таких постах не должен, ни денег таких зарабатывать не должен. Ну и опять-таки я то же самое тут скажу. СМИ все это должны освещать вообще просто вот лазерным прожектором, что там происходит. И власти об этом следует глубоко задуматься. Если мы говорим про какой-то общественный консенсус, если мы говорим про то, что русский народ от природы обладает какой-то невероятной тягой к справедливости, покажите, как эта справедливость реально торжествует. Покажите. И мы внезапно узнаем, что он живет не в вакууме, этот персонаж, а это Тимур и его команда. А как это так? А почему этого никто не видит? А вот вы говорите, что там 2 года вели за ним наблюдение. Ну, очень хорошо. А за кем еще вели 2 года наблюдение? А где реализация этого самого наблюдения? Почему он один? Это точно так же, как в случае с Ходорковским. Посадили, а почему только его?
ну, не надо ходить раз за разом по одним и тем же граблям. Надо предпринимать серьезные усилия, и пускай закон работает. Что тут такого? Накосячил, отвечай. Никаких затей лично я тут не вижу. Пожелаем успехов нашему правосудию. Такое вот мнение господина Пучкова. Из-за определенной цензуры Ютуба полное интервью мы вам, к сожалению, показать тут не можем. Однако, если хотите увидеть расширенную версию, переходите в наш телеграм-канал по ссылке в описании или закрепленном комментарии. Там мы выложим полную версию Пучкова относительно скандала за министром обороны. Ну и обязательно пишите тут, что же вы думаете по этому поводу. В чем согласны с Гоблином и что думаете насчет адвоката Тимура Вадимовича. Не забывайте подписываться на наш канал, прожимать лайк и спасибо вам за просмотр. Всего хорошего.